Что вот люди любят смотреть наши туристы? Вот когда они приезжают во Флоренцию, вот что самое такое популярное, востребованное? Ну, если там исключить галерею Уффици, вот. Что их больше, может, всего впечатляет? Ну, впечатляет, конечно, сам город, потому что город настолько разнопланов. Вот, он дает возможность окунуться и в Средневековье, и прикоснуться к эпохе Возрождения, понять вообще, насколько грандиозным был город, который, в общем-то, с 13 века начинает о себе так активно заявлять. Вот, потом вот такая спокойная жизнь, которая здесь протекает, какие-то огромное количество маленьких лавочек, магазинчиков, кожаный рынок, торговые магазины, в общем-то, все вместе. Да, во Флоренции даже туристы, которые приезжают чаще всего на один день, они говорят о том, что они обязательно сюда вернутся, потому что им хочется пожить, посидеть, как-то пообщаться, проникнуться жизнью флорентийской, что, в общем-то, наверное, и правильно, это, в общем-то, и заслуга гида, которая дает возможность вот так вот окунуться в Флоренции там периодом. А вот люди, которые приезжают на один день, они больше вот пытаются по максимуму окунуться в экскурсии или все-таки там шопинг, что-то такое? Да, я думаю, что у каждого свои цели, но, в принципе, полный день во Флоренции дает возможность всего успеть все сделать, потому что, по сути, все-таки это город, который сосредоточен достаточно компактно. Исторический центр небольшой, здесь нет огромного километрового разброса, как это может быть, например, в Риме или в Милане. Поэтому, окунаясь одновременно и в истории, в том числе в современности, типа шопинга, вот, мы можем, в общем-то, совместить совершенно спокойно все вместе. Потому что магазины, как вы видите, вот даже сейчас мы с вами прошлись, мы видим огромное количество самых разных магазинчиков, которые нас окружают. Я напомню о том, что это Ядвига, гид во Флоренции, тот самый гид, о котором я упоминаю в статье, которая находится прямо в этом самом месте, и я попросил немножко погулять со мной для того, чтобы в том числе и вам рассказать про Флоренцию больше, если вы готовитесь сюда к поездке. Но оно имеет смысл очень сильно, конечно, очень сильно имеет смысл, и если вы едете из Рима, то это очень легко сделать. Буквально там полтора часа идет поезд, вы сели в Риме утром, вы через полтора часа во Флоренции, вечером вы отсюда точно так же легко добрались до Рима, очень легко. Ой, конечно, туристов здесь просто немерено.